Здравствуйте! Приглашаем вас в киноисторию. Я Алексей Юдин. Начнем с такого вопроса. Историю средневековой Европы немыслимо без истории папства. То же самое можно сказать и об эпохе Возрождения. А вот осталось ли какое-нибудь место для папства в истории современной Европы? Кое-какое, конечно, осталось, но не самое видное. Такой ответ, наверное, устроит большинство наших телезрителей. И по большому счету с этим можно согласиться. Многое изменилось в европейских делах за последние столетия, особенно в религиозной жизни. Религия, как это принято говорить, ушла в приватную сферу. А могущественные в прошлом институты этой самой религии были вытеснены с больших горизонтов политической и общественной жизни. Мирская слава папства померкла, но само папство живо. И сегодня мы с вами получим возможность понаблюдать за жизнью папства в 20 веке. А точнее, мы познакомимся с историей одного из пап того бурного столетия. Его имя Павел VI, в миру Джованни Баттиста Монтини. Как вы поняли, этот папа итальянец по происхождению. И его история самым тесным образом связана с историей Италии. От зарождения фашизма до политических катаклизмов конца 70-х годов прошлого века. Джованни Баттиста Монтини прошел через все перипетии истории своей страны и своего времени. А став папой, превратился в фигуру мирового масштаба. Итак, сегодня перед нами предстанет история 20 века в экранной биографии одного отдельно взятого римского папы. Мы смотрим итальянский фильм «Павел VI». Внимание на экран.